моя сегодняшняя встреча, и цель ее заключается в том, чтобы еще большую публичность придать вашей борьбе. Потому что обязательная информация об этой встрече пойдет по разным средствам массовой информации, и на том важном этапе, когда нужно будет по решению суда уже выплачивать вашим сотрудникам невыплаченную денежную компенсацию, я думаю, эта вот встреча обязательно поможет. И казалось бы, ну почему не вложить инвестиции именно в развитие этой отрасли, которая даст мощный толчок всей экономике, всей промышленности России. Не можем пробить эту стену. Казалось бы, очевидный вопрос. Не можем пробить эту стену. Да я думаю, вы согласитесь, вот пилоты есть. Ну, хорошие у нас были машины, даже те, которые уже 20 лет не модернизировались. И взять те машины, они до сих пор хорошие, эти летательные аппараты. Есть такое слово, которое в авиации вообще играет порой решающую роль – безопасность. И вот я думаю, что вам надо взять это, вы, на вооружении у вас это есть, там, по поводу налета, по поводу санитарных норм, там, по поводу всего. Вот вам надо, я на мой взгляд, это выносить, красную тряпку или красный флаг с этим. Причем, на мой взгляд, надо приобщать к этому общество.